Хай-хай-хай, дорогие друзья! Чемпионат России 23-го года. Финал на дистанции 100 метров. Полетели! Виктория Максимова, дорожка номер один. Наталья Камбарова, дорожка номер два. Юлия Караваева, третья дорожка. Кристина Макаренко, лучшая российская спортсменка в спринте, дорожка номер четыре. Ульяна Баженова, дорожка номер пять. Янина Луценко по шестой дорожке. Анастасия Шакула, дорожка номер семь. И Марина Максимова, восьмая дорожка. Кристина Макаренко в полуфинале установила личный рекорд 11,1 секунды. Посмотрим, что будет в финале. Будет ли еще один рекорд? Кристина Макаренко, 11.13. Ждем уточненный результат. Одиннадцать одиннадцать. Уточненный результат. Два лучших результата в карьере на одном чемпионате. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.